Заработать 17 тысяч долларов, не вставая с постели. Это не шутки, а реальное предложение от исследователей. Представители Французского института косметической медицины и физиологии готовы заплатить такую сумму добровольцам, которые согласятся пролежать в кровати 60 дней. Таким образом, исследователи поместят участников эксперимента в ситуацию, максимально близкую к микрогравитации. Провести подобное исследование в лабораторных условиях значительно дешевле, чем сделать это на МКС. Организаторам эксперимента требуется 24 здоровых мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, не курящие. Любители полежать должны будут пройти двухнедельное обследование, после чего им на 60 дней запретят вставать. И все действия необходимо будет выполнять лежа, касаясь кровати как минимум одним плечом. В 2014 году похожий эксперимент проводили сотрудники НАСА. Тогда за 3 месяца в постели доброволец получил 18 тысяч долларов.